Эй, Гугу. Ку-ку. Привет, Бамзер, Ателли Моэво Канала. The mic is muted. А теперь по-русски. Привет вам, зрители моего канала. Во многих комментариях к моим видео вы спрашиваете, как заставить умные колонки от Google, например, как это Home Mini или Home Hub, понимать команды на русском языке. Отвечаю на этот вопрос. Если в самом полном понимании этого вопроса, то пока никак. Но мы можем немного обмануть Google. Сейчас продемонстрирую как. Вы видите на дальнем плане две лампы. Одну я назвал лампу коридор, другую назвал лампу комната. Начнем с русского языка. Окей, Google. Включи лампу комната. Окей, Google. Включи лампу коридор. Окей, Google. Выключи лампу комната и лампу коридор. А теперь то же самое проделаем с умной колонкой Google Home Mini. Секунду, включу микрофон. The mic's back on. Эй, Google. Turn on лампу комната. All right, turning the lamp in комната on. Эй, Google. Эй, Google. Turn on лампу коридор. Sure. Turning the lamp in corridor on. Эй, Google. Turn off лампу комната. All right. Turning the lamp in комната off. Эй, Google. Turn off лампу коридор. Okay. Turning off the lamp in corridor. На месте этой колонки Google Home Mini может быть любая другая из этой же серии. Например, это Google Home, Google iHome. The mic's off. The mic's back on. Hey, Google. Turn on лампу комната. All right, turning on the lamp in комната. Hey, Google. Turn on лампу коридор. Got it. Turning on the lamp in corridor. Hey, Google. Turn off лампу комната. Hey, Google. Turn off лампу комната. Sure. Turning off the lamp in комната. Hey, Google. Turn off лампу коридор. Got it. Turning off the lamp in corridor. То же самое сейчас проделаем с Google Home Hub. The mic is muted. Эй, hey, Google. Turn on лампу коридор. Эй, hey, Google. Turn on лампу комната. Эй, hey, Google. Turn off лампу коридор. Эй, hey, Google. Turn off лампу комната. Еще раз подчеркну. Пока умные колонки русский язык не воспринимают,
но частично их использовать в экосистеме умного дома можно и нужно. Тем более, что они иногда говорят по-русски, правда, с американским акцентом. И в заключение прошу сделать следующее. Если вы поняли, как заставить говорить и понимать подобные колонки по-русски, ставьте лайк. Если вы не поняли, тогда сделаю видео о том, как я этого добился. А на сегодня все. Поделитесь этим видео, подпишитесь на мой канал. Всем здоровья, до новых встреч!